вот меня попросили сегодня Ростов поснимать. Это то, куда я приехала. Площадь трех вокзалов. На самом деле она называется Гвардейская площадь. Знаю, потому что все время такси сюда заказываю. Почему трех вокзалов? Пригородный вокзал, электрички, все такое. Там дальше ЖД-вокзал и автовокзал. А это Темирничка, по которой когда-то Петр Первый водил корабли, которая у нас течет, бог знает откуда, с северного, сверху откуда-то. Здесь она вот такая вот. Уточка. Откуда ты тут взялась? Не знаю, видно тебя или нет. К чему ты мой? Уточка серенькая, серая шейка. Так, дальше пошли. Отсюда уже можно видеть большую надпись «Вокзал», там ЖД-вокзал. Ладно, поближе подойду, оттуда поснимаю, куда идем.